К нам обратился человек вот с таким вот триммером «Чемпион» Т-266. Вот, причина его обращения – это триммер заводится плохо и глохнет на холостую. Помимо этого, у него вытянулся шнурок и назад, как мы видим, не залазит. Стартер здесь маленький, особо вытягивать веревку ее как бы нет возможности, потому что здесь ее мало. И если шнурок наполовину вот так вот вылез, то, собственно, заводить там уже остается практически нечем. Там очень мало остается шнурка. Сейчас мы этот шнурок подтянем, по-быстрому пойдем заведем и посмотрим, что у него с холостыми оборотами. Чтобы подтянуть шнурок, нам надо стартер этот скрутить. Стартер у нас держится на 4 болтах. В данном случае человек поменял, поставил винты на 7. Головочка нужна. Сейчас я пойду ее возьму, и мы с вами продолжим. Так, головочка на 7. Ставим, откручиваем 4 основных винта, которые у нас держит сам стартер. И здесь еще есть на этом стартере один винт снизу. Он у нас держит крепление бака, защиту бака и крепление бака. Вот. Откручиваем. Соответственно, так подтянуть вы можете на абсолютно любом триммере стартера. Я просто показываю на данной модели, на Т-266. Так, и теперь мы откручиваем снизу у нас. Вот здесь вот есть тоже болт, в данном случае под шестигранник на 4 он. Вот, откручиваем его. И снимаем стартер. Стартер-то сам целый, как бы ремонта никакого не требуется. Единственное, надо подтянуть канат. Пружинка, видать, прослабла или, может быть, просто соскочила как в какой-то момент запуска, когда дернули, слишком резко сверху бросили и мог один виток соскочить. Берем отверточку, просто поддеваем вот так вот запускной канат и делаем один оборот против часовой стрелочки. Вот так раз. Отпускаем. Как видим, наш стартер подтянулся, но все равно этого слабовато. Давайте мы еще на один оборотик подтянем. Делаем еще один. И отпускаем. Вот, это уже будет нормально. И теперь ставим его на место. Осуществляем обратную сборку. Так. Так, закручиваем теперь болты крест-накрест. Подтягиваем их. Оттягиваем. Ставим нижний болт, который нам держит бак. Закручиваем.
И все. Стартер на данный момент у нас готов. Вот. Данное видео про стартер закончено. Сейчас пойдем мы еще посмотрим, почему она глохла. Заведем. Может быть, проведем настройку карбюратора. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Пока. Вот он наш триммер чемпион, на котором мы подтянули шнурочек. Вот. Сейчас мы заведем его. Послушаем, почему он глохнет на холостых оборотах. Как мы видим, действительно на холостых глохнет, хотя двигатель работает нормально. Когда даешь газ, на мощности работает нормально. Значит, нам просто надо немножечко подкрутить холостого хода винт. Он вот этот верхний. Карбюратор он без регулировки, то есть здесь нету винта подачи топлива, а винт только регулировки холостого хода. Вот его мы сейчас как раз закручивать будем, добавлять до тех пор, пока он не перестанет глохнуть. Сейчас заведем и делать это будем в рабочем уже режиме. В принципе, нормально, триммер работает хорошо. Единственное, человек нам принес без нижней палки. Вообще идеальный холостой ход — это когда двигатель работает, а ваша гарнитура, то есть это или нож, или катушка, стоит на месте. Вот тогда это считается холостой ход нормально. Сейчас мы на слух сделали, вроде нормально, но человека предупредим, если что-то будет, пусть принесет нам нижнюю палку, и мы еще подрегулируем.